Потому что армянин, так просто вот на улице, вот, он ассоциируется с каким-то чвом, понимаете? То есть он всегда второй везде. Несмотря на то, что много армян и в государственной системе, и, не знаю, и в науке, и в искусстве, и вообще фамилия Ян ассоциируется с очень многими известными людьми, но все равно Россия к этому не причислена, вот к таким странам.